Когда и на каких условиях начинать тратить кэш и в каких ситуациях? Сергей, непонятно, что значит тратить кэш. Но если вот вам этот график ни о чем не говорит, то есть первые траты, которые нужно осуществлять, это коррекция на 30-40%. Вот здесь вы должны быть, нужно начинать тратить кэш и переводиться в более агрессивные инструменты. Мы почему вас и приглашаем, друзья, в клуб инвесторов? По одной простой причине, что мы вам сделали снимок экрана на сейчас. То есть мы вам сделали снимок ситуации на сегодня. Вот сегодня это должно быть так. При этом нужно периодически делать ребалансировку портфеля, да, то есть можно делать оферты, да, и просто там практически гарантированно получать деньги на оферте. Может, это не такие большие деньги, но там в текущем году, да, план там 3,5 тысячи долларов просто на ровном месте забрать. То есть ВИКС покупать или не покупать сейчас, большой вопрос возникает. То есть у нас есть отдельный канал, где идут сигналы, в котором мы говорим, что делать, почему делать. Причем вы должны понимать, что это не просто сигнал, да, то есть и не просто канал. То есть для подачи сигнала это, соответственно, как минимум три головы над этим сигналом думают и обсуждают. Да? С технической точки зрения Никита, с фундаментальной точки зрения я и Слава, вообще сама идея обсуждается, и она уже транслируется в чате. Ваша задача взять ее или нет. И просто, соответственно, если вы на платиновом тарифе, просто сориентироваться, какая у вас это будет доля в реализации данного сигнала. Все. И развитие вас как инвесторов.